США в понедельник республиканцы и демократы начинают период первичных выборов, чтобы определиться с внутрипартийными симпатиями к кандидатам в президенты. Первым штатом, где голосование состоится в форме кокуса, станет Айова. Кандидаты уже здесь, в окружении жен и детей. Члены семьи на этом этапе уже тоже включаются в агитацию. Человек, рядом с которым я стою здесь, лучше всех прочих знает, как делаются дела. И именно в этом нуждается сегодня наша страна. Если Дональд Трамп популярнее в разы всех остальных республиканских претендентов, лидерство Хиллари Клинтон среди демократов не столь очевидно, и ей предстоит жесткая схватка с однопартийцами. Сегодня у меня у самой дочь Шарлотта, ей 16 месяцев, а скоро к ней добавятся еще братик и сестренка. И я как никогда раньше чувствую ответственность за выбор президента, который возглавит страну, где будут расти мои дети. По результатам нескольких кокусов и вводящихся позднее праймерис, внутри каждой партии определяются фавориты общественного мнения, которые затем официально выдвигаются от республиканцев и демократов кандидатами в президенты США. Имена претендентов на Белый дом будут названы до середины июня. God bless the United States.